Братья, знаете, что на Руси сейчас происходит? Нас сейчас русских мочат там на 6 способами. Первый — это оружие геноцида, алкоголь, табак, наркотики. Второй — это просто физически уничтожают там в горячих точках. Третье — там экономически, то есть кредиты, все, кто подсели, нужно слазить с этих тем со всех. Изменяют фактологию, то есть все, кто смотрит телевизор, то есть ложь, которую СМИ несет. Следующая вещь — это история. Подменяют нам историю. Переписывали вот эти картины, на которых нарисованы казаки с красными носами, которые там якобы водку пили. Сейчас даже в армии, то есть запрещено водку пить. А почему казаки — профессиональная армия, они когда-то там 200-300 тысяч лет алкоголь употребляли? То есть это тоже ложь. И самое главное — это идеология, на которой русских сейчас уничтожают. То есть идеология у нас одна — род, природа. То есть люди жили в природе, то есть при Боге, на природе. Дом построить, сад посадить и сына вырастить. А лучше не одного. Это сделать среди таких же братьев, у которых рядом стоят дома, дети растут там. И можно это место назвать по-разному, можно назвать его родовое поместье от слова род. Поэтому слава роду! Слава! Да, кстати, Коля правильную тему сказал. Очень классно будет и очень будет сильно, если вот мы, люди, у которых мысль в одном направлении движется, надо тренироваться, надо укреплять дух, надо укреплять тело.